Кто это? Твоя бывшая. Сейчас сыр гускуется и будет интимом заниматься. Серго, как тебе мои мокасины, братан? Ну, охуительно. 7 лет их снимают, братан. Ёпта, они еще столько же будут. Это хуйня, братан, зашьешь. Бля, нет. Видите, какая у него куртка уже убитая. Эта куртка снималась, блядь, во всех сезонах, как и во всех сериях. У этой куртки на ютубе 500 000 просмотров. После выхода фильма я ее на аукционе продам за 1 000 000 рублей. Блин. Вот тут порвано, да? Вот тут, да. Это четвертый сезон. Вот тут вот, видишь? Это, вот это. Не, вот это вот, короче, тут белая. Это, короче, да. Птичка в первой серии накакала. Вот дырка. Да. Сейчас снимается клип у Сергу. Это серия, не клип, мюзикл, как первый раз. Это сейчас снимается мюзикл в Кахе, первый раз будет. Вот, видишь? Ну ладно, это клип. Ладно, сейчас снимается музыка будет сейчас. Видишь, братан, ФБР за нашими съемками следит. ФБР. Они хорошо спрятались. Вот сука, без палева спят. В деревне ни одной иномарки нет, они думают без палева. Каха! Каха! Куда идешь, братан? Блядь. Забыл, блядь. Как забыл? За шмалью. Это мой самый богатый клиент, знаешь? Сколько платят? Он всегда платит. Сколько бы мне было платить? Руби, пацаны умнее меня оказались, в плане долга, да? Он сикал. Сикал. Короче, он что-то какой-то. Они весь день по телевизору говорят коронавирус, 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 коронавирус. А то, что со слами делают люди, сам знаешь, что сзади, ущемляют их права. И на это похуй, братан. А я за вас пору, я тебе отвечаю. Мы находимся в старом актовом зале сельском. А пока идут съемки, я сейчас вам поиграю. О, чуваки, всем привет! Мы снимаем первый свой музыкальный клип на песню «Всей деревни ебали». Будем забирать все золотые граммофоны и все музыкальные тарелки, фарфоровые, там, пластмассовые, пластиковые тарелки. Все, что есть, мы в этом году забираем. Песенка для девочек. Поправляйтесь, поправляйтесь, но потом не возвращайтесь и на нас не обижайтесь, умоляю вас, я прошу, не поправляйте. Опять я пришел домой и жрать, как всегда, нету, да, Аделин? Да. Опять не приготовлено, мы нихуя не готовим. Почему? Потому что... Ты же повар по образованию, приготовь мне покушать. Ну иди, сядь на диван, сейчас я приготовлю. Зачем? Ебать, какие мы повара, блядь. Да, смотри, смотри. Это глазки, это ротик. Нет, это яички, а это пиписька. Вот это, спасибо, Аделин, это лучший обед. Аделин, это лучший обед за всю мою жизнь. Что? Я знаю. А что ты стоишь, тупишь? Что? Вилки дай, ложку дай, бля, что-нибудь мне дай, бля, нож, бля, че, руками буду это кушать? Добрый вечер. Что будете заказывать? Братан, все, кроме яичницы, я ее рот. Любое мне, давай. Цезарь есть у вас? С креветками? Есть, давай. Мандаринка повар по образованию, но ленивая до усрачки. Пришлось кушать, вот, к Васе в кальянку пришел, тут буду хавать. Вася, если тут рядом, заходи, я тут у тебя. И че там, как там, брательник? Блядь, на тренировке бокса кто пропускает, нахуй, блядь, не пропускает. Завтра, блядь, пацаны, блядь, тренировка ровно всем, нахуй, чтобы больше не пропускали, блядь, то отвижу, блядь. Моя машина, моя машина, моя машина. Блядь, это Васина машина, сука, нахуй, Васина машина показывает мне, блядь.
всех ресторанах Кавказа. Не, я знаю. Ты мой брат, братан. Ты мой брат. Ты мой брат, братан. Помни это дело, помнишь? Ты мой брат, братан. Ты брат, я если что, звони, братан. Ты мой брат. Родной брат. Все, я валю из Сочи. Всем сочинским пока. Еду в Москву опять. Все москвичи, снова привет, скоро буду у вас. Есть приехать Генингу обратно. Ага. Москва, возвращаться ты, ага. А, мимаши. Есть приехать Генингу, ага. Муряев, ага, вот, письмо. Опять смотрим, что же нам дают в поездах. А в поездах нам дают... Говно опять. Воду. Я не знаю, вот чуть больше моего пальца. Тут 0,1 грамм. Колбасы нет даже. Орешки вот эти вот какие-то. И вилки нам дают. Когда будут приносить еду, я вам покажу, чем кормят в поездах. Ну, я поговорим про бесплатную еду, потом отдельно покажу, что есть в ресторанах. И вот такие вот булочки. Очень ужасный хлеб. Самый ужасный хлеб в мире. Ебать, а мы думали, ты опоздал. Да, поезд тронулся. Я бежал, блин. Ты что, в первый вагон сел? Братан, я в вагон, в ресторан запрыгнул на ходу уже. Кто-то скулил? Я что тебе говорил? Кто скулит, тот не ест. Семейный просмотр фильма в поезде. Паштет хавает, да? На полу уснул. На полу уснул. Заебал, поднимайся наверх на койку. Чего ты на полу спишь? Да фильм смотришь. А? Что делаем? Фильм. Я твою жизнь, братан, какой ты беспонтовый, блядь. Заебал, наверх поднимайся. Поднимайся наверх, ну. Ну хуля ты на полу спишь, наверх поднимайся. Больше в вагон, в ресторан не ходи, братан. Вот это нахуй, чтоб ты на меня не упал, подними, блядь. Что, смотрим дальше. Убери ногу на... Вот чем кормят в поездах. Дают вот такой соус. Это сардельки с рисом, с овощами. И на выбор идут макароны с курицей. В сливочном соусе. Сардельки очень уебищные, слишком жирные и невкусные. Вот это вот соус. Ну, макароны еще можно кушать. Короче, такая тема, да? Вкусно. Вот это, если едете в поезде, берете макароны с курицей. Это не берите. Все говно, честно вам скажу. Давай, давай. Лед услышала, да? Почитай, пожалуйста. Было вкусно, блин. Забыл вам снять, ребятки, но было вкусно. Знаешь, что? Как называется? Большой человек. И вперед, наверное. Молочай. И все вместе. Давай. Роп-стоп. Музыка, блядь, эскизизм. Роп-стоп. Смотрите, бля, это просто между вагонами хуйня такая валяется. Пошли. Вот сюда, главное, телефоны не ронят. Франк, франк, франк. Франк, это франк. Аба. Аба Москву приехал, аба Москва. Это что, садовая? Садовая. Третья транспортная. А, вот, такси Генингу. Гештац домой куком. Ебать ты беспредельщик, бля, пиздец ты беспредельщик, бля, лохуй, бля, бандит, бля, номер один, нарушитель закона, бля. Преступный мир никогда не был дешевый, братуха. Приехали в гостиницу, заселяемся. Чуня будет спать на раскладушке. На балконе. Да? Ты на раскладушке будешь? Не, братик, я на полу. Которая? Мы идем спать. Я ж тебе говорю, что 20 тысяч. Спать. Ну, спать. 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 Всем спать. Спокойной ночи. Ебасосик сломали. Выпишем, да? Артур, объясните, пожалуйста, почему вы лежите со мной на одной кровати?
Это вы лежите на нашей вообще кровати, вы в курсе? Это наша с ним кровать. Ваша, ваша с ним? Да. Ладно, я тогда вам не буду мешать. Ах, такой ты, да, Артур? Я не знала. Ебать ты беспредельщик, бля, пиздец ты беспредельщик. У меня появился новый ребенок. У меня есть один Адалинк, вот второй. Первый раз вижу, чтобы человек спал в плотной позе вот так вот. Кто вы? Что вы хотите? Вот спит он, понял? А я ваш родственник, вы че охуели, блин? Так проходят будни Кахи. Вот такой вот у меня номер. Плазма 1982 года. И будильник бешеный. Будильник из молодости моей. Когда я в школу ходил, у меня был такой же. Буду в Москве три. Братцы, друзья, все мои близкие, родные из города Москва, обязательно с вами увижусь, как только закончу с делами. Приехал по делам. Надеюсь, мы за два дня все отгребемся, и третий день у меня будет свободный. Со всеми увижусь. Всем огромный привет москвичам, всем друзьям с Москвы. Привет.